Всем доброго времени суток, с вами Саня, он же Злой Енот, и... Анет, всем привет, ребята! Всем здрасте, мы продолжаем играть в экшен-игрулю On Ride. В общем, Анет, как всегда, своей крутой... Будем убивать! Да, чухой с Теслой, а я роботом с маской Dead Space. В общем, мы продолжаем. Компания... Кстати, у нас уже третья планета, сектор какой-то там, планета какая-то, Сириус. И миссия «Подземный переполох». Кстати, на три этапа делится. Да. Ну что, полетели? Полетели, сейчас Теслу опробуем. Давай, давай. Крутяшки такие. Вжух. Вжух. «Подземный переполох». Фауна в сети месторождений полезных ископаемых... Ископаемых! Ископаемых уже. Уже вскопали. Ой-ой-ой-ой-ой! Нифига тут... Ага. Нифига тут, блин, трэш. Местная, как говорится, фауна уже. Блин. Ага, начал уже свои. Иди нафиг. Да, тебя щит, сейчас загрызут нахрен. Я тебе щит повезло, что кинул. Это тебе... опять что-то начинается затупа с этим, с прыжком. Вверх-вниз, да. Что за при... Оп. Ой, ёпта, надо от этой убежать. Ой, надо аптечку взять. Надо. На, ой, крысы, ой, я вас ненавижу. Опа, а это матерая, смотри, это зеленая какая-то, фу, ядовитая. Да нати! Пипец, а. Да, тебе хорошо всадили. Она причем даже мою эту откинула, бумеранг. Да, они и так откидывают, кстати, навыки они откидывают, они навыки откидывают собаки сами. Ну, я под Теслой. А выстрели, давай посмотрим Теслу как. А, так где Тесла-то? А я вот только выстрелила. Ага. Она такая вся типа была в этих. Так, крысюки пошли. А, блин, да почему эта крыса всегда за мной? Ты посмотри на нее, а. Ты более аппетитная, железный робот не самый аппетит. Беги. Опа. Убить. Гад. Че, она за тобой наконец-то? Наконец-то? Добрый Анет, наконец-то за тобой, да? Так, ты где пошли? Нет, вниз? Это да, внизу, вниз. Я тебя жду. Сейчас еще раз включу эту Теслу, посмотришь. Давай. Сейчас давай. Там где челики какие будут. Вот тебе и челики. Не, это фигня. Пойдем дальше. Это. Во! Ой, блин, я не успела включить эту Теслу. Ну, может быть, и к лучшему, что жизни не так. Сейчас здесь нам хп-шку дадут, по-моему. Да, восстановили. А, блин, дали. Вот, смотри! А, вижу. Блин, ты Теслу включила. Да, то есть это у тебя щит такой. Прикольно. Да, чтоб типа, если к тебе будет кто-то подходить. Ненадолго. Тут где-то кто-то летает. Да, вон она, тварь была. Так, и где кто? А вот тут еще гад. Внизу чувак был. Да, я блин. А, ёпта. Я его снял. Ха-ха-ха. Так, хорошо. Два из трех. На, ну с потолка да, его. Перезаряжалка. Хорошо, вот еще один. Опа, и что нам туда? Все, победа. А, все, победа. Это была изички миссия. Поздравляю, можешь возвращаться. Так. Сейчас уровни так идут как бы подольше. Да, я тоже согласен. Так, что у нас за миссия? Фатальный обвал. Кстати, я надеюсь, что, ребят, мы это записываем. А то что-то у меня такое подозрение, что я не нажал на запись. Не знаю. Я надеюсь, что нажали. Ну, тогда, если что, будем... Фатальный обвал. Этот фатальный обвал и остальные миссии проходить по кругу. Но, думаю, все нормально будет. Так, поехали. О, вот этот быстрый гад. Смотри. Ой, идите вон. Ой, крысы драны, да идите нафиг. Смотри, красиво, прям к тебе прыгнул. Крысёныш. А эти крысы как будто бы только ко мне и прыгают. Надо хп-шку. Нравишься ты им? Хотя я тоже как бы не человек-то, по сути. Вот. Ну как сказать. Она у меня тоже типа этот, киборг. Ну, может, там, я не знаю, мозг хотя бы есть.
Человеческий. А у меня тут совсем железяка. С планеты железяк. Опа, опа, опа. Кыш отсюда, гад. Налечил нас. Все ниже и ниже. Все ниже. Даже шкуру не попорчу. Ага. Вместе с головой съем, да? Опа. Ну, опять кто-то там к Квазимоду бежит. Оп, нет, ой. Этот меня налечивает всегда. А, знаешь, что? Все заряды полетели мимо. Да, у меня тоже. Да получи ты. Ёпта. А, не, no. Ой, мухи, короеды. Блин, нечаянно нажала. Бывает. Опа, опа. Не, гадина. Ой, блин, этот бежит, тот бежит. Ой, бомбюха меня еще. Да умри. Да не говори. Ой, блин. Так, ну что? Дальше изички миссии. Ой, я не хочу туда падать. Там что-то кажется. Да. Мы можем наблюдать. Ты не хочешь туда падать, но зато я, понимаешь, прям как специально туда и попадала. Да. Ну у меня сейчас опять начнется. В смысле? Короче, все. Тебя убийство, место для убийства-то, да? Да, да, у меня начинается эта кнопка ненажимательства. Кнопка страшно поджимательства. Блин. Сука, я не могу, если материться буду. А я посмотрю, пока как Анетта будет умирать. Не смотри, блин. Вися в воздухе, ля-ля-ля-ля-ля. Фу, слава богу. Главное, самому тут не убиться, а то сейчас так, блин, а для меня это самое худшее, не сколько монстры, а сколько вот эти всякие, блин, фигни. Бывает. Где я как специально начинаю валиться. И опять за что-то ударилась, так что-то. Или это она просто так трещала? Ой, блин. Кто там? Ух ты, круто, мать. Двоих сняла. Ой, ой, ёптись, мать. От зараза! Отвали от меня! Отвали от меня! Где она? Что-то нормально? На него напрыгнул. Плохо. Опа. Где кто? Красиво размазал одну. Победа! Блин, самое эпичное в этой миссии было, как я 5 раз упала. Да, это было эпичненько. О, 10-я миссия. Могу разблокировать чувачелу. О, 9-й уровень получил. Ты говоришь, этот прикольный чувак? Который вот этот чувачок. Какой? Вот первый-то парень? Да. Можешь вот этого взять? Я не знаю. Ну возьми кого-нибудь другого. Вообще кого не брал лучше. Вот не знаю, тоже интересно. Так, по навыкам. Ракетный залп. А что у Арнольда? У него какие-то осколочные гранаты, стальной щит. Какой-то такой чувачок он тоже. Какой-то, смотри, хан. 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 Ну, близкий бой. Близкий мне не очень прикалывает. Чуха такая. Да, возьму тогда я, наверное, этого. Солдат еще есть, смотри. Солдат, да. Вспышка. Рубиновый клинок. Вот да. Эти, видимо, дальники. Вот этого возьму. Подрывник, а вот этот пулеметчик. Во. Подтвердить действие. Есть, разблокировать. Смотри, он такой на пулемете. У него сразу есть пушка более крутая. Ну вот мы его возьмем, типа. Образов никаких. У тебя получается этот Робокоп, да, вот этот? Ага. Открытый, и вот этот чувак. Ага. Ну я вот этим сыграю. А чуха. Посмотрю сейчас, что оно из себя будет представлять. Так, последняя миссия. Сейсмический гость. Какой-то, в общем, бит сейсмола. Огненная ловушка. Вот, он лечит, кстати. Да, ну не лечит, по идее, у него сама отхилка должна быть. Ну такой черепок у него злостный.
образ у тебя такой. Давай попробуем. Но он ближник. Ну, по идее, сама отхилка у тебя будет, то есть, ну, как бы, хотя фиг его знает. У него, по ходу дела, еще хил на всех есть. А-а-а, прикольная фигня. Систематический пусть. А я, блин, до этого сейсмический прочитал. Так сейсмический правильно. Ой, а у него... Это я неправильно прочитал. Ой-ой-ой-ой-ой. Что он делает? Я еще не поняла. Он огнем палит. Вот это зверюга. Не, мне вот это чё... Вот это, подожди, 5 сек, 5 спек. Ой, щит, походу, круто, мне этот чувак уже нравится. Реально. А у меня что на правую? О, гранатомет такой. А, у него урон слабенький, мазафака, у него урон слабенький. Не, ну может пока поначалу? Ну, может быть. Такая нанобомба. Ну прикольный чувачело, кричу. Так, она нам наверх, наверное. Арнольд. А, нет, одна. Вниз? Вниз. Опа, вот сейчас ага. Будет тут... А, прыгалка! Ой, блин, ой! Это моё нелюбимое! Ага. Ой, как прыгать начало! Ой, это что за фигня да... оставила? О, смотри, меня порвало. Ребята, я упала в колючки. Я подпрыгнул, меня порвало просто. Я упала в колючки, как обычно. Жесть, давай мне так. У меня все проходит, как обычно. Расчехнем пушки. Ой-ой-ой-ой-ой. И не говори, тут лучше вообще не прыгать вверх. А, нет. А! Ржачина миссия. Меня убили, ее стартали. Так, я не знаю, как мы будем проходить, честно говоря, ее. Если бы я еще на том летающем был бы, можно было бы что-то тут придумать. А без летающего это просто... Трешак. Так, вниз не прыгаем, надо же стоять тут. Пошли наверх. Ой, блин, наверх я пошла. Не, на... Веселуха. Я не знаю, ребят. Он выжишь. Мне кажется, надо не вниз идти, а потом наверх сразу. А, ну давай попробуем. Но у тебя огнемет, ты, по идее, должна. Нет, только он на близкие расстояния огнемет. Он только на близкие расстояния. О, мазафака! Это жесть! Последняя жизнь! Погоди, а что еще у него? Спейс надо попробовать сделать. Кнопку нажать. Чё прыгни вниз, делает? Зажги эту тварь, а я уже их расчехлю. Все, текай, я их уже расчехлю. Текай, говорит, текай. Я уже текнула. Там еще бежит штук 10. Нет, ребята. Нет. В смысле штук 10? Да верните мне назад. Голову мне оторвали, жесть. Надо, знаешь что, у тебя же бомба есть, кидай бомбу туда. Да какой там этой бомбы? Чири, давай. Ай, блин. Кидай бомбу туда, вот я и укинулась. Оу. Ну, не знаю. Кидай прямо отсюда бомбу. Сейчас. Ага. За себя же налетел. Короче, иди умирай. Ну блин, я не хочу умирать. Собирай. Так, может я выживу еще? Иди там. Нет, я не выжил. Взяли новых персонажей. Это за там было смешно. Нет, ну мне он, в принципе, понравился. Мне тоже, но, скажем вот так. Вот этот огнеметчик. Ну, так, не... ну давай, ты, короче, своего возьмешь, а я все-таки огнеметчик. Только подожди-ка, я гаджет. Вот это какая-то нейтральная бомба, ой, нейтронная. А это что такое? Динамический лик.
Так, разрывная бомба. Вот возьму и разрывную бомбу. А, я почитаю у него, что у него за навык этот третий. А где? Нет, стоп. Окружающие персонажи. А как окружают персонажи щитом? Есть ли так, я готова. Противник щит вызывает на себя сырона. Ага, он еще и оглушающий. Так, ну поехали. Аня, ты, кстати, записываешь? Да. Ну все, отлично тогда. Ну, по крайней мере, тоже так же, как ты нажимал на запись. Ну, а я что-то протупил. Я вот вроде нажал, запомнил. Ай, божечки, это ржач. 12 жизней. Может, это так, типа показывают, поехали. Что вот тут если фиолово... Да умри ты, блин! Тебя да, раз... Почти. У тебя почти получилось. Не, ну так вроде этот огонь-то ничего, в принципе. Не, он мощный на близкое расстояние, но как он ты... Он очень мощный, но, блин, они-то фигачат не хуже. Ну, они фигачат не хуже, да. Да ладно. Смотри, о, у меня еще и перезарядка у него. Да такая же фигня. Не, нам вниз, вниз. Вот здесь надо заэтоваться. Или наверх? Чтобы здесь появляться. А, ну да. И вот сейчас... О, будет... этот злополучный... Так, что же... Ой-ой-ой-ой-ой, я сразу на шипы, минус 460 жизней. Жги, жги. Вот у тебя, кстати, на близкое расстояние он хорошо, ну, помогает. То есть ты можешь, кстати, на близком... Да, ага, фиг там, фиг там. А, блин. Окей. Ты на близком расстоянии нарулишь, ты как раз наоборот сможешь прокрутить. Вниз, 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 вниз. Жги ее, жги. А, куда, чего, жги, 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 жги. Да ты тебя вообще его не жгет. Да нет, должно сжечь, просто ты как-то куда-то не туда стреляла, ты как-то в, под, ну, в землю что ли стреляла. Не говори, как-то я криво пусал. Хотела я бомбу кидануть. Так, а что за спейс? Ну какой-то... А, вот, смотри, какая красота. Блин. Да. О! Это что такое? Жизнь. О, хпшка. Жги ее, жги. Во, видишь, ты ее хорошо жгешь. Убегаем, убегаем. Жги, 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 жги. Во, смотри, ближний бой, жги их, жги. Шикарно. Ай, почти. Вот были бы вдвоем, мы смогли бы сжечь их. Так, ладно, пошли. Попытка номер два. Надо просто разобраться, как этим челиком играть. Так, что там нажимала-то я? О-о-о-о! Не знаю, что ты нажимала. Иди, блин. Я так хорошо. Ой, они налево меня догрызли. Так хорошо пошли, но. Неуязвим у меня написано. Так, постарайся не лезть. Вот где-нибудь типа здесь встань. Я зачищу эту херню. Так, вот, все, текаем. Сейчас здесь пойдет. А, ну или давай. Просто нас из-под низу будут сейчас шмарить. Держись, держись, держись. Нет, тут уже было бесполезняк, я на скольких-то ну. О, мы зачистили все-таки зону. Однако. Твою мать! Сдохни! Аптечка! Ну, слава богу. Так, кто тут? Тут птица паршивая. Блин, там еще одна. О, чуть не умер. Че, пошли вниз? Пошли вниз. Тут аптечка была вроде бы. Аккуратно. Так, она нам не нужна? А, нет. Там шипы, я чуть в шипы так, не влетел. А куда тебе? Нет, туда не надо. Там шипы были. Блин, а что, нам сюда вообще не надо было поехать? Ай, блин! Черт! Не, нормально, нормально. Я тут рядом веснусь. Вот, нам вправо. Ага. Нам вниз. Ой, бля, ой-о! Неси их, неси. Я кинул этот херобурню эту. Чё она там? Я щит пока кинул. Как-то
помогла кому-то, нет? Да, наверное. Так, ой, а там, где... там смотри, чувак, нет? Плюющийся. Ой, я хпшку нашла, пойду съем. Так. Отвали, отвали от меня. Аня, помоги. Ой, там, блин, такой разнос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Держись, я приду. Ой-ой-ой, пошли нафиг. Я тупо убегаю, короче, не знаю, куда бежать. Ой, блин, это дофига. Ой, бля. Ой-ой-ой, да вы чё? Ты, походу, сейчас всех, весь народ сагришь. Какой народ? Тут их вообще куча. Блин, твари, да я сейчас пойду вас сожру здесь всех. Где вы? Ну, ты сейчас сдохли. У тебя классно, что у тебя отхилка есть. Вот реально, что классно, что отхилка. Не, я туда не хочу. Там есть проход? Да, есть, есть. Я за этого вот здесь. Мы здесь теперь появимся. А, так а чё я парюсь? Чё я парюсь? У меня полет есть, а я тут парюсь. Ой, блин. Сколько их мы сегодня еще убьем, не знаю. Сколько выживем, столько убьем. Опа, опа. Да умри же ты. Посмотри, какие несдыхающие. На тебе, тварь! Да, шикарно, шикарно. Да, шикардосная бомба была. Ой, так, божечки. Здесь, ой, летучая мышь паршивая. О, нет, 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 бери, бери, бери. На тебе мышь. Брянская. Щиток на тебя кинул. Я типа тупо гранатами кидаю в последний момент. Нет, ой, сюда не надо, нет, там туда вроде не надо. Ой, блин, что-то мы запутались. Надо. А вон сверху там что-то было вроде. Да, вот тут надо выжить. Ехали. Ой! Ой, бомба! Нет, ты почему-то ее не кинул, это правильно. Щит кинул, но на, я думаю, это нам не, особо не спасет. Ой, у меня твою хорошо. Мать! Твою о! Мать! Ой-ой-ой-ой! Я даже бомбу не успела кидануть. Да, меня тоже загрызли. Так, ну сейчас мы возродимся. Только вот где? Блядь. У него какой-то этот еще. Кыш отсюда. Сейчас граната. Да блин, давай. Ага, граната, она упрыгала. Ёпта. А, твою мать. Она меня сейчас убьет еще. Перезарядка, перезарядка у меня была. О. Стой, стой. Так, у тебя жизни должен быть. Пошли ХПшку посмотрим, может здесь есть. Еда. У тебя жизни где-то должны быть. Точнее жизни. А, у тебя восстанавливалка жизни есть, пассивка. Ха-ха, похоже, что-то... А, твою налёт! Ну, ёпта! Поражение. Это восстановка жизни не помогла нифига мне. Нас разорвали, ребят. Мы прошли чуть дальше, но все-таки разорвали. Так, предлагаю пойти чуточку в другое место. Поднять уровень, накачаться. Миссия очистка. Так, попробуем туда добежать, забежать. Давай, поехали. О, божечки. Мне, в принципе, понравился этот поджигатель, достаточно интересный. И мощный, он и мощный в этом плане. То есть, ну вот, не знаю. Только, видимо, ему надо что-то это... Мяха-муха, да ты что да делаешь? Да вы что делаете? Так, ну этом огня нам накидало. А у него еще перезарядка, вот да. И где погибают там. Понятно. Да умри ты. Вот, ну тут и я уже подсобил чутка. Да-да-да. Что-то крысы, конечно, жестко заряжают нас. Ух. Ребята, мясорубов. Да, ставьте лайки, сказать. Дизлайки. Как говорится, за кого обязательно вы... Обязательно ставьте лайки за такое мясо! Да какая лицензия на убийство? Мы вообще не убиваем людей. Не говори. Не, ну пока нас раздербанили сейчас красиво. Опа, там боссы. Успокаивает душу смотреть на огонь. Вот так вот. Да, их надо приманивать и отходить. Ага. Вот так вот играть. И так, вот чтобы ты, вот ближников, ты ближников, чтобы сносил, а я дальников.
Я, видишь, стреляю по нему и убегаю, тогда я держусь как бы. Ага. А если я тупо в мясе и вообще ничего не делаю, то, конечно, я там долго не продержусь. Чувак какой-то сзади бежит. Да. Какой-то, который тебя почти... Не-не-не, нормально, я пока жива. Че там, кто там? Да не, раздуплил. Твою налево! Так, жарко, жарко. Да чтоб тебя. Ты посмотри, он убегает. Ага, бегущий гад. Две из три волны. Гад. Самый прикол, что этот огонь бьет через все стены. А, ну вот это тоже шикарно. Но они при этом тоже бьют через все стены. Да. Ну а вот у меня лазер не бьет, он не отражается. Наших. Ура, победа, ребята! Мы красавчики. А вот у меня моя это отражается, так что видишь, как говорится, в чем по минусу. Вот у тебя пробивает, а вот не отражает. Так. Хотя вот у меня урон не очень. Ну, зато урон. Ближник. Следующая миссия. Зато у меня какой-то заблокированный урон. Вот. Больше, крысолов. Ёпта. Сейчас будет большая крыса. У меня уровень прокачал вот этот чувак хоть. А, грацулечки. Мне, видишь, еще вот этому надо уровень прокачать. Ага. Так, у него здесь есть какое-то снижает защиту против меня, эту фигню. Отхил бери. Наверное, на shift того. Отхил останется. Да, чтоб реально пока можно им пользовать. Огненная ловушка. А что за огненная ловушка? Что-то я не помню такое. Это на что она нажимается, эта огненная ловушка? Ну, наверное, на Маус 2. Что-то я не поняла, а сейчас проверить надо. Давай, давай, залетели, залетели, полетели. Крыса лов. Ва-ха-ха, сейчас будет большая крысец. Крысец. Сейчас что-то нам будет люлюсики. Оу, ребята. Что-то тут происходит-то? Не знаю, но мне это не нравится. Мне вот эта вся фигня не по нраву. Ух. Так, я верхнего чекнул. Подожди, что же это? Space, видимо. Ну, Space, нажми. Вот, это вот бомба. Че ты, блин? Не, ну она ничего ты такая, тебе ты и бы... Я хотел ее сменить. А, ну, сменишь. Смотри, я вон его. Адская Тесла, что-то он сказал там. Ой, блин, а это почему-то улетело туда. Ой, ненавистный жук. Гад. Смотри, ему вообще по барабану, блин. Сбиваем авиацию ихнюю. Сбили, сбили, нормально. Так, куда идем-то, наверх? Наверх. О, жизни, гиб-гип-ура. Опа, опа, жуки, жуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, со всех сторон вниз. Отступаем и по кругу прыгаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот паршивый жучара. Нет, она. Вроде сдохла. На, один сдох, другой нет. Я там ему поставила ловушку. Ого, она сняла с него. Нехилая такая фигня это так-то. Добили его? У, да. Ее просто ставить надо. Умри! Нет, 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 не я, не я, не я. А, ребята, лайкосиков нам завезите. Завезите. Нас тут так чехляют. Немерено. Я вам все аптечки захватила, какие могла. Та-да, та-да. Оп-оп-оп-оп. Ой, блин, сверху там бегут, ой-ой-ой. Мочи их. Я себя не вижу. В смысле ты меня не видишь? Я не знаю, где ни ты. Ни тебя, ни тебя не вижу никого. О, хп, ну! Чит я тебе кинул. О, подожди, а что это за фигня? А чё мы дохнем? Яд, что ли? Да там яд был, но я чуть не умерла. Блин, тебе, блин, шара, ты сейчас отхилилась, у меня с этим хп, блин, куда бежать-то? А сейчас нам дадут полную. Заходи. О, ура. Во, ты босс, крысолов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, он меня жнет, Аня, он меня жнет, падла это. О, там их нет дна. Ой-ой-ой-ой. Да тут их
Видите, блин? Сейчас наим, тварям. О, все. В смысле все? Это еще не все. В смысле? В смысле, я откисла. Давай. Сражайся. Не, это, конечно, жестоко, жестоко. Ты такой дальний, а этот мой ближний, его сразу расклепали. Тебе надо какую-то вот из них хоть одну убить. Чтоб полегче было, блин. Нехороший человек. Он этот, как его, сверху, да. Когда придавили. А, нам не сюда? Надо. Не, не сюда. Ой, там сверху надо. Придавили. Тут надо как-то вот прыгать, но чтоб не пересекаться. Если они сверху придавливают, тоже хана. Ты где? Я вперед отбежал. А разве вниз надо было? Да-да-да, вниз-вниз. Окей. Крыса, вон они. О, я не хочу. Подожди, у меня щиты. Так, что же делать-то? Как же быть? Просто прыгать надо. Видела, как я примерно прыгал? Ну, пока одна, но не страшно. Вот как только их становится... Нет, там вторая уже внизу. Блин. Ух ты, твою мать! А, беги, 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 беги! Я кину щит, как смогу. Нет, 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 беги, 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 нет, 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 нет. Вот вам, мои суперкухой, получили. Бомбу вставляй, бомбу вставляй, там бомба твоя будет, наверное, дамажить на спейс. Прям я ж не могу. 7 секунд не продержаться надо, нет, нет, нет. Щит, щит, щит кинул. Держись, держись, щит кинул. Одна сдохла, нифига себе там отравы. О, я успел этой бомбу кинуть какую-то свою. Ой. А теперь я промахнулась, и тут меня за... Текай, текай, текай. Нормально, 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 нормально. Ох, тут оно травануло. Ох, оно травит. Да вы посмотри, как оно травит. Аптечку нашла, аптечку. Ай, добежала. Блин, как оно травит. Вообще травит жестко. У меня даже это моя не спасла. А мы что, в смысле вот эта лужа зеленая? Их две будет, что ли? В смысле? А почему лужа здесь? И не говори. Блин, надо, короче, дальше убегать. Я надеюсь, их будет две, потому что если будет три, нам жопа будет. Их три, да не, это нереал. Все. Бляха, муха, я тупо убегаю вообще. Нет, 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 а жизнь где-то тут была. Была, 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 была сверху. Текай, 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 текай. Клепала уродов. Хоть одна-то сдохни. Одну забили. Сейчас вторую, может быть, забьем. Я тупо убегаю пока. Щит на тебя кинул. Утекаем, текаем, текаем. Ой, это бомба. Нет, 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 нет. Прыгай, прыгай. Есть, я одну размудохал, одна осталась. Вот она, тварь! Ты убила? Вот это мы красавчики! Свою задачу выполнил. Да это какую-то жесть одним словом. Медали вообще практически не дали, как накакали. Ну, короче, после такой жесткой миссии надо реально отдохнуть. Да, я думаю, что, ребят, на сегодня как бы с этим все. С этой планетой она больше, дольше и сильнее, и тяжелее. Так что, в общем, пока на сегодня все. С вами был Саня, он же Злой Нот, и... Анет, ребята, всем до скорых встреч. Всем пока, не забывайте подписываться, ставить лайки, дизлайки и, конечно, комментировать и мотивировать. А что еще, Нет? Да, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео, ребят. Вот, правильно. Так что всем пока, всем до новых встреч. Пока-пока.